Kante to Werner, back again. Promising for Chelsea. Kai Havertz is in. Oh, that's hit the bar. And there's the follow-up, and this time it does count. This time it is a Timo Werner goal in the Champions League. And this time Chelsea do. By Mount, then by Werner. It's opened up for Chelsea. Mason Mount! A lot quicker. Well, Werner got beyond Benderek. Timo Werner here. Makes the space and pulls the trigger and scores the goal. Timo Werner. Drużynie Mojca dzisiaj najbardziej brakuje, czy Antonio, czy Rajta, czy Cresswella. Pulisic, Chilwell na pole karne. Werner! 1-0 po asyście Bena Chilwella. Chelsea prowadzi 4. Pas wpierw, Werner, zjeżdż trafnoj. Płyka, czy nie płyka, nieudaczny wyszedł za Stefan. Big swingy, loopy pass up towards Werner. Got in behind again here, and Timo Werner has scored again. Ooh, правило Регилона в буфет. А вот это может быть момент. Гол! Timo Werner. Werner. Убегает в контратаку Тимо Вернер. Эбрахам открывается. Он выкатил мяч. Тейми Эбрахам. Эбрахам 43-й минуте Мейсон Маунт. Момент 4-1. Все-таки Вернер забивает. Еще один выход 1-1. Вернер. Ну, видите, да, уже в середине поля стали просаживаться игроки Краснодара. Свободу. Простреливает Вернер и отправляет мяч в ворота Оливье Жиру. Отскочил он к французскому нападению. Джеймс. Хорошая передача на Хакима Зиеша. Классный пас. Вернер! Тимо Вернер! Мужество и Челси. Удар по воротам, Вернер забивает все-таки. Все-таки забивает. Сбегая мяча, пас на Вернера. Вернер на Хаверце, какая передача, забывает Кай Хаверц. Ой, премьер-лиги. Момент у Челси, Вернер. Отдает он передачу все-таки. Bierze się za to Werner. Uwaga teraz do Wernera. Kai Havertz 3-2. 59. minuta spotkania. Werner bьет. Мяч в воротах. И что? Это гол? Это гол. Похоже, там и Эйбрахам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ловить. Зиеша, ловить. И не поймать. 0-3. Часто не забивает, просто не попадая по воротам или не попадая по мячу. Сейчас Вернер простреливает. Опасный удар Маунта. Выше. Выше пробил. Удар в два в ствол. Подача. Хаверс. Сбрасывает мяч.